Так, и в начале нашего сегодняшнего праздника, как было обещано, будет проведено небольшое показательное выступление. Это специальный комплекс упражнений, которые выполнены я и моя дочь Елизавета, которая со мной занимается. И мы сегодня вам покажем очень старинный комплекс упражнений, который называется «Дзюрхолката». Это гимнастический комплекс дзюдо, который выполняется для улучшения физического, психологического и интеллектуального состояния. Разработан комплекс этот в 1887 году и очень практикуется во всем мире среди тех, кто занимается дзюдо. Всего 15 упражнений, вы посмотрите, времени за это немного, 6 минут, может кому-то понравится, и через много лет вы тоже сможете изучить этот комплекс упражнений. Вот, ну, с вашего позволения мы начнем.
спасибо вам за внимание. Возможно, кому-то понравится, но на самом деле это очень полезный комплекс упражнений, в котором заложены все основы изучения джудо. Это передвижение, вращение, смена захватов, смена атаки, защиты, постановка ног, туловища, рук и так далее. Кто будет постарше, я думаю, что ему интересно это изучить, для того, чтобы улучшить свое качество и борьбы, и вообще понимание, что такое джудо. Так, ну что, давайте все садитесь. На лавочке мы начинаем нашу новогоднюю борьбу. Итак, внимание. Время поклонение за друг. Поединок 32 минуты. Готовы? Поджимаем. Ребята, задача своего партнера повалить на спину и сделать ему дыхание, удержать его на спине. И в то же время не допустить, чтобы вас повалили на спину. Это такая игра, называется поваляшки. Повалить на спину. Кто не участвует в поединке, пожалуйста, садитесь на лавку.
Три. Жми. Друг, увлекись, это не подстоит.
смешанных набор. Сделали круг уре. Сели, потом. Рей. Отжимаем. Thank you.
понимали, что такое соревновательное дзюдо, с чем его едят, кому оно полезно, а кому вредно. Итак, дзюдо – это старое боевое искусство, которое было создано на основе джиу-джитсу, кто не знает. Сначала это было 100% военное искусство, которое применяли самураи в Японии для того, чтобы защитить своего сигуна. Это начальник. Задача самурая была уничтожить любого, кто хочет уничтожить его начальника. В 1882 году выдающийся японский педагог Дзигоро Кано решил, что дзюдзюцу можно использовать для всех. Поэтому он немножко видоизменил некоторые приемы дзюдзюцу, убрал опасные смертельные приемы и создал свою школу под названием Кадокан Дзюдо. В 1930 году дзюдо стало распространяться по всему миру, и сегодня мы знаем дзюдо как олимпийский вид спорта. Что сейчас прошло на татами? Это прошел соревновательный поединок между двумя дзюдоистами одной весовой категории. В данном случае 50 килограмм. Ну, один весил 46, другой 50. Как вы видели, они вышли по определенному ритуалу, который положен перед выходом на татами. Сделали поклон первый. Это поклон месту, где проходит поединок. Когда они вошли в центр татами, они сделали приветствие друг другу и готовность провести честный поединок на татами. Честный — это подразумевает все, что связано слово со словом честность. По возможности применить такой прием, который приведет к победе одного из соперников. Что произошло? Один из спортсменов, в данном случае Желунов, сделал прием, который привел к тому, что его партнер упал, соперник. За этот прием он получил оценку, и вы видели, я показал вот такой знак, это оценка вазари. Вазари — это половина под чистой победы. После этого он продолжил поединок лежа, где зафиксировал асейкоми. Вы видели, я показал такой знак, означающий асейкоми, это значит удержание партнера в положении лежа. На это удержание по правилам сегодняшних соревнований отводится 20 секунд. Если партнеру, которого держит, не удалось вырваться с этого захвата и встать на ноги, присуждается вторая оценка вазари. Японское слово «авасет» — это значит «авазари» соединяется с «вазари», получается «япон». Рука поднимается вверх. Вот такое простое, не очень сложное правило. В дзюдо, конечно же, по правилам соревнований никто никого не бьет, не кусает, не щипает. Но это по правилам. Уважаемые родители, конечно же, не все из ваших детей будут способны выдержать соревновательные поединки. Не все готовы по разным причинам. Ввиду каких-то психологических нюансов, физических нюансов. Поэтому дзюдо можно для кого-то применять как гимнастику очень хорошую, для кого-то можно применять как соревновательную деятельность. Ну а те, кто из мальчиков или из девочек выберет из своей профессии, допустим, там полиция, армия или что-то еще, дзюдо можно применять как систему военно-прикладную. Поэтому дзюдо три элемента. Это здоровье сберегающий элемент, то есть для здоровья гимнастика хорошо развивает тело,
психику развивает хорошо, достаточно устойчиво, и интеллект. Потому что много есть упражнений, которые надо запоминать и так далее. Кто хочет идти в большой спорт, есть дорога на Олимп, но туда доходят не все. И также военно-прикладной аспект, это значит применение приемов дзюдо для работы в определенных структурах. Итак, сейчас второй поединок у нас выходит на татами. Куленков Игорь, Никитин Влад. Куленков Игорь, Никитин Влад. Влад выходит на татами, до на синем татами становится, да. Обычно дзюдоисты на соревнованиях подходят на расстоянии 2 метра друг от друга. Приблизительно вы можете определить это расстояние. Отжимаем. Базали. Осекоми. Итак, у нас завершился второй поединок, и он практически был повторен, как и первый поединок. Была проведена атака, падение партнера, оценка в азаре и удержание. Если вы заметили, и я бы говорил об этом, что упражнения дзюдо могут развить в человеке физические качества. Сила, быстрота, ловкость, координация движений и так далее и тому подобное. Но также и психологическую устойчивость. То есть если 2 спортсмена или 2 дзюдоиста, независимо от того, соревнование это, тренировка, пришли в зал, они должны настроить себя на то, что они должны попробовать проявить максимально все свои способности. Это значит, нужно быть собранным, сосредоточенным, внимательным к тому, что происходит. Помимо этого, есть такой момент, как интеллект. Интеллект подразумевает вспомнить и выполнить все приемы, которые изучались на тренировках, а также определенный ритуал. Он не такой сложный, но даже этот ритуал многие забывают. То есть правильно выйти на татами, подготовить свое психическое состояние к экстремальной ситуации. Потому что любой поединок на татами – это контролируемая экстремальная ситуация. Контролируемая со стороны судьи, или контролируемые тренером. Поэтому, ребята, родители, есть у нас 1 поклон перед выходом на татами и 1 поклон партнеру внутри татами. По завершению поединка у нас есть поклон партнеру на татами и партнер к месту проведения поединка уже самому татами. Ну, давайте мы сейчас еще 1 поединок проведем. Желунов Влад и Никитин Влад. Готовы? Итак, как я говорил, любой поединок – это контролируемая стрессовая ситуация. Почему контролируемая? Потому что есть человек, который в любой момент может остановить поединок, если что-то идет не так. Если происходят какие-то нервные срывы, и
и один другого хочет уничтожить полностью. Вот. Поэтому, помимо того, что судья на татами контролирует это, вы сами, участники сегодняшнего поединка, должны тоже это контролировать. Ваша задача не уничтожить своего соперника, а выиграть согласно правилам соревнования. Отжимаем. Итак, давайте посмотрим, что сейчас произошло. Вышли два дзюдоиста. Они совершили определенный ритуал перед поединком. Началась борьба. Один другого бросил, опять зафиксировал удержание. Но удержание потом завершилось чем, кто мог заметить, болевым приемом на руку. В результате болевого захвата на локтевой сустав один из дзюдоистов показал, что он сдается, что он сделал, похлопал по татами или по партнеру. Это означает, что он признал свое поражение в этом поединке. Каждый из вас молодец, проигравших сегодня нет. Все вы победители, поскольку приехали и приняли участие, поборолись, подружились с новыми ребятами. Это очень хорошо, и каждый из вас достоин медали высшей пробы. И вручается друга нашего мероприятия, детского литературно-художественного журнала «Мурзилка». Вот такой журнал «Мурзилка». Так, и подождите, еще у нас вот тут. А, это позже, хорошо. Это десерт, да. Халатян Леон. Смываем журнал. Смирнова Любовь. Смирнов Ярослав. Гребенков Владислав. Арефьев Виктор. Арефьев Михаил. Никитин Влад.
Бурнов Вадим. Жилунов Дмитрий. Соколов Кирилл. Ломакин Сава. Миронин Казакар. Сафиулин Юсуф. Зимин Борис. Куленков Игорь. Мишиев Яков. Черепаев Саид. Шипилов Дмитрий. Масленников Егор. Кучеренко Михаил. Дементьев Роман. Гуд Владислав. Киселев Егор.
Сизов Александр. Жемелинский Дмитрий. Нуреев Данил. Не надо уставать. Дахно Никита. Андрюша, молодец, мы тебя поздравляем. Вручаем такую красивую грамоту. Конечно же, медальку золотую. И сенсей Роман привез нам такие вот красивые журнальчики. Молодец, похлопаем, Андрею. Дальше награждаем. Лебедев Булгаков Денис. Денис у нас первый раз выступает, да? На таком мероприятии. Давайте его поздравим. Медаль какую? Вот эту. Молодец, Денис. Ратников Дмитрий. Дождался.